Заправьте все рубашки, мальчики. Нет, у тебя пока один зайчик. Ну что, красивые, нарядные глазки покажите. Мальчишки, ручку. Девчонки, юбочки свои красивые. Ксюша, ну покажи глазки. Довольная, красивая прическа, отличная. Данька, щепки. Нос кверху, Данька. Следите за движением. Все готовы? Федор, Настя, Ксюша, Вова. Ах, как много здесь ребят. В первый класс сегодня школа провожает дошколят. Пригласили всех на праздник. Праздник. Добрый, светлый, озорной. Праздник грустный и веселый. Наш дошкольный выпускной! Мы про школу все узнали, у ребят тут так.
мы в школу светлую пришли. Здравствуй, школа! Здравствуй, школа! Здравствуй, самый первый класс! С настроением веселым! Ты встречай скорее нас! И звонок веселой песни позовет учиться вас. В некотором царстве, в дальнем государстве, жил да был когда-то царь, превеликий государь. Вот бы стать сейчас царем, все мне было бы нипочем, ни в чего не делал бы я, не бронили бы меня. Нет на свете лучше делать, чем сидеть весь день без дела. В этой книге волшебные сказки живут. Во всем и всегда помогает им труд. Как только страницу перевернешь, в сказку волшебную в миг попадешь. Thank you.
потрудиться, чтоб совсем не обрениться. Посмотри, мои министры без работы не сидят. Страница.
Ходи с доски прочь, в этом я могу помочь. Yeah.
наукой крепко дружим. Без нее никак нельзя. Мы с наукой друзья. Начинаем наш совет. Василисушке привет! Накормили бы меня.
словно крыло птицы, переверни страницы. Thank you.
школу нам заранее. Мама завтрак привозит, папа шарик принесет. Нам же надо не отстать и быстрее портфель собрать. А сейчас мы посмотрим, как готовы родители к школе и дети. А делать будем мы вот что. Собирать портфели? Давайте пригласим две семьи, Жанна Владимировна. Давай. А какие семьи мы пригласим? Как вы думаете, кого? Может быть, есть желающие, но нужен папа и мама. Естественно, и дочка, или сыночек. Щепкины, пожалуйста. Щепкины все семья здесь? Семья Щепкины. Да. О, пожалуйста, выходите. Семья Щепкиных, чудесно. Выходите, выходите. Семья Хачатурова, пожалуйста. И Хачатурова здесь сейчас. Мы сейчас посмотрим, готовы ли вы в школе. Это не мама смотрит вас есть, это ребенок. А Елена Сергеевна нам сейчас расскажет. Конечно, что будем делать, все расскажу. Посмотрите, дорогие родители. Присаживайтесь все вместе вот сюда, пожалуйста. Присаживайтесь, ты пока портфельчик положи. Присаживайтесь. Семья Хачатурова, прошу. Рядышком друг с другом. Портфельчик пока стоит, ждет, да? Но это еще не все. Наступила ночь. Две семьи сладко спят. 31 августа. Все сладко спят. На мягкой подушке. Крепко спят. Крепко спят. Закрывайте глазки и слушайте внимательно задание. Когда прозвенит будильник, спать уже будет некогда. Папино задание какое? Шарик быстро надуть. И сыну потом в руки дать, да? Да. Маме задание завтрак в школу приготовить. Да? Смотрите внимательно сейчас, где там у вас завтрак. Все это нужно сложить в портфель. А ребенок что делает, сынок? Спит. Будильник прозвенел. А ребенок складывает школьные принадлежности в портфель. Чья семья быстрее прибежит в школу, школа у нас сегодня будет вот здесь, те и победили. Шариком, с портфелем, завтраком и с ребенком. А ребенок не самый важный. Итак, спим, спим, тишина, ночь. И слушаем, когда нас не будет. Уважать и соседям не мешать. Мамы купят все для вас, карандаши.
карандаши, дневник, альбомы. И в новой форме в первый раз с букетом мы пойдем из дома. Вот, ребята, все советы. Их мудрей и проще нету. Ты, дружок, их не забудь. До свидания. Добрый путь. Пойдем из дома.
украсть на розы. До свидания, волшебные сказки, нашли сёны большой хоровод, наши игры и песни, и связки. До свидания, школа нас ждёт. И уже с малышами другими воспитатели будут гулять, а мы будем большими-большими, а мы будем тебя вспоминать. Много трудностей ждет вас на пути. Клянемся? Клянемся! А
вот теперь можно вручать дипломы. Садитесь, ребята. Дипломы. Подлесных Аксинии, самой аккуратной девочке детского сада. Вручается Чекановой Ксении, самой старательной девочке. Детский сад мы очень любим, будем часто вспоминать. И когда я Диплом детского сада вручается Звери Талине, самой эрудированной девочке детского сада. Детского сада вручается Рыченкову Ивану, самому скромному мальчику детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Щепкину Даниле, самому любознательному мальчику детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Гнатовой Анастасии, самой вежливой девочке детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Ястребову Федору, самому романтичному мальчику детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Степанову Бобе, самому артистичному мальчику, заслуженному артисту детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Кривонос Ксении, самой творческой девочке детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Никифоровой Ксении, самой жизнерадостной девочке детского сада. Я
самому внимательному мальчику детского сада. Детского сада вручается Покаевой Кристине, самой чуткой девочке детского сада. Выпускника детского сада вручается Сарбаш Никите, самому мечтательному мальчику. Выпускника детского сада вручается Антоновой Александре, самой добродушной девочке детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Лукьянчиковой Дарье, самой нежной девочке детского сада. Выпускника детского сада вручается Семкину Ивану, самому ответственному мальчику детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Кареву Федору, самому решительному мальчику детского сада. Мы очень любим, будем часто вспоминать. И, конечно, диплом выпускника детского сада вручается Быжову Кириллу, самому искреннему мальчику детского сада. Диплом детского сада вручается Ремезову Диме, самому изобретательному мальчику детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Суворову Даниле, самому отзывчивому мальчику детского сада. Диплом выпускника детского сада вручается Шамковой Ладе, самой организованной девочке детского сада. Детского сада вручается Асланова Елене, самой серьезной девочке детского сада.
Диплом детского сада вручается Белецкой Ангелине, самой целеустремленной девочке детства. Детского сада вручается Бандину Никите, самому исполнительному мальчику детского сада. Детский сад мы очень любим, будем часто вспоминать. Диплом выпускника детского сада вручается Заводову Диме, самому дисциплинированному мальчику детского сада. И, наконец, диплом выпускника детского сада вручается Набока Павлу, самому трудолюбивому мальчику детского сада. Мы желаем вам успеха и счастливых школьных лет, много знаний, много смеха, в спорте множество побед. Мы вас любим, мы вас верим и надеемся на вас. Широко открыто двери, добрый путь и в добрый час! Мама, помоги!
мне с утра снова скажет в сад пора. Динь-динь, детский сад, голоса звенят, как 100 колокольчиков смех ребят. Топ-топ, топотушки, шум, тарарам, хлоп-хлоп, хохотушки, веселье и гам. Топ-топ, топотушки, шум, тарарам, хлоп-хлоп, хохотушки, веселье и гам. Топ-топ-топотушки, шум, тарарам, хлоп-хлоп, хохотушки, веселье и гам.
мы привыкли с детства каждый день приходить в любимый детский садик, просыпаться рано утром лень. Что же тут поделать, если надо? Разбегутся утром кто куда. Старшая сестра и папа с мамой в школу, на работу, даже бабушка и та учится по делам своим упрямо. Ну а мы спешим сюда, детский садик наш любимый, самый светлый и всегда самый лучший и неповторимый. Взрослые нас за руку возьмут, и пойдем мы вместе утром ранним. Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут наши воспитатели и няни. Если завтра скажут мне опять: отдохни сегодня в воскресенье, буду я по садику любимому скучать, непременно все на удивление. Хорошо спешит с утра, позабыв про непогоду, любит очень детвора. Детский сад любое время года, любит очень детвора. Детский сад любое время года, детский садик очень любимый. Год за годом здесь проходит детство, скоро мы расстанемся, увы. Никуда от этого не деться, мы желаем садика души, чтобы жил тут долго и богато. Пусть уходим мы, но будут снова малыши здесь расти, как мы росли когда-то. Наш любимый детский сад никогда не позабудем, и пускай года летят, мы тебя любим и прежде будем. И пускай года летят, мы тебя любим и прежде будем. Наш любимый детский сад никогда не позабудем, и пускай года летят, мы тебя любим и прежде будем. И пускай года летят, мы тебя любим и прежде будем. Мы тебя любим и прежде будем. Мы тебя любим и прежде будем. Прощание и рукой помашем след.
наше детство, наше детство. Thank you.
Давно друзья веселые просились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим сам. Березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный бал опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками, пеналами и книжками ходили и садили по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по словам. Под звуки вальса плавные я вспомню годы славные, любимые и милые края. Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками учительница старая моя. Промчались зимы с веснами, давно мы стали взрослыми, но помним наши школьные деньки. Летят путями звездными, плывут морями грозными любимые твои ученики. Бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывает сына я. И юность наша вечная, простая и педичная, учительница первая моя. Сделаны наши девчонки. И цветочков, и звоночков, и тетрадок, и переглядок сделаны наши.
почках.